Всем привет! Это видео про обратную дорогу из Казахстана в Россию, а точнее из города Тараз в город Москва. Едем мы сейчас на поезде Алматы-Актюбе до города Актюбинск. Тут нас встретит таксист и довезет до казахстанско-российской границы. Далее мы сухопутно пройдем ее и потом на следующем такси до аэропорта Оренбург. Хочу отметить, что ПЦР-тест не делали. Давайте посмотрим, что у нас получится по дороге. Вперед! Ребята встретили нас в такси. Сейчас идем до машины и до границы. Короче, вот поехали мы до границы казахстанско-российской. Все, ребята, вперед, поехали. Короче, вот Баха, классный чувак, пошел нас оформлять сразу. Но помогли без очереди пройти. Ну тут особо очереди и не было. Сейчас делают нам пропуск, пойдем дальше. Нам сейчас сказали идти до будки, где производится паспортный контроль и досмотр. Сейчас вот мы свернем чуть-чуть, идем прямо. Сумарем. В общем, посмотрим, что будет дальше. Все, прошел паспортный контроль. Иду сейчас дальше на российскую границу. Все, спасибо, до свидания. Вот прошли мы казахстанскую границу, идем теперь к российской. Все, ребятки, на связи. Дальше включусь. Российская Федерация, многосторонний автомобильный пункт пропуска Сагарчин.
сейчас будем его проходить. Вот тут небольшая очередь. Скоро наша. В общем, нам дали вот такие анкеты для прибывающих в Россию, для пересечения границ, чтобы мы заполнили их. Сейчас будем заполнять. Прошли мы этот пункт. Идем сейчас между железными ограждениями. Дали нам какую-то анкету еще одну, чтобы мы в течение 3 дней сдали ПЦР-тест на госуслуги. Спросили, есть у нас вакцинация или нету. Мы сказали, что нету. Спросили, болеем, не болеем. В общем, вот так вот. Идем дальше. В общем, ребята, на паспортном контроле. А? Ну что, на паспортный контроль захожу. Прошли паспортный контроль, все нормально. Пограничник спросил, что везете, золото, деньги? Я говорю, да, как обычно. Он говорит, да, в Россию можно проходить. С России нельзя, да, в Россию можно. Говорит. Ну вот такой прикол, в общем. Идем дальше, ребята. В общем, подходим к последнему пункту. Все, отдали талончик, который мы выписали. Наконец-то. Все, счастливо. До свидания. Вот вышли мы. А вот нас встречают уже на такси. Здрасте. Здрасте. Спасибо. Все, едем сейчас до аэропорта Оренбург на такси. Все, вот подошли. Сейчас будем присаживаться и стартовать. Все, ребята, едем в сторону аэропорта Оренбург. Все, Нурлан, от души. Все, спасибо вам большое. Контакты ваши, ссылки будут в описании под видео. Спасибо вам огромное. Проверили вещи, температуру померили. Так, регистрация на рейс у нас происходит. Прошли досмотр багажа и регистрация на рейс. Багаж. Так, например, лезть. Не лезть. 21-100. Вот я поэтому вам туда не надо. Багаж в норме. Докупали мы его. Прошли регистрацию багажа и на рейс. Двигаемся. Так, ну что, ребята, мы прошли регистрацию на рейс, сдали багаж. Никто ничего не требовал. Там не ПЦРов, но так как мы граждане России, возвращаемся в Россию. Вот. Пришлось нам подождать 9 часов, потому что мы очень рано приехали. Такси нас быстро довезло с Актюбинска. Быстро прошли через границу. А на российской стороне быстро приехал таксист и забрал нас. То есть мы сидели почти 9 часов в аэропорту. Время в дороге заняло от вокзала к Тюбе 1.5 часа до границы, даже где-то в районе часа. Вот. От российской стороны до Оренбургского аэропорта 2 часа времени заняла дорога. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки, обязательно комментируем. Видео исключительно для информации. И я оставлю в описании под видео контакты таксистов. Если кому-то надо будет, пользуйтесь, ребята. Все для вас.
Короче, садимся мы на автобус. Самолет Жуковский. Самолетик новый. Салон такой первый раз вижу, сиденья тоже новые. Прикольно. Боевой режим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Погода в Москве облачная, температура воздуха плюс 20 градусов по Цельсию. Московское время 20 часов и 49 минут. Просим вас оставаться на своих местах, застегнутым ремнем безопасности до выключения светового табло. Мы прибыли в терминал Б, аэропорт Шереметьево. Сейчас идем получать багаж. Получили мы багаж. Все окей. Бежим на Аэроэкспресс. Нужно успеть. Все, метро как Дубай. Между терминалами. Поезд отправляется. Пожалуйста, держитесь за поручни. Вот. Поехали. Терминал D. The train is departing. Please hold on to the handrail. Станция Шереметьево. В общем, успели мы на Аэроэкспресс, все окей.